Здравствуйте, сегодня я расскажу, как скачать программы из Apple Store в iPhone, iPad, iPod и так далее. Итак, нам нужен кабель, дата-кабель. Подсоединяем его, в моем случае, к iPad. Вот. И теперь... Увага на экран. Сейчас откроется iTunes. А если не откроется, мы ему поможем. Все-таки поможем. Итак, вот наш iPad. Сейчас оно все сделает. Все шаги. Вот, сейчас заходим на Apple iTunes Store. Вот, если нам нужны игры, нажимаем Apple Store и выбираем здесь графу Games. Вот, если нужны платные игры, вот они, ну, в принципе, я покажу, как бесплатные закачать. Вот, выбираем графу, она вторая по счету, получается, Free Apps. И мы видим кучу бесплатных игр. Скажу честно, половина из них... Это пробные игры, то есть демо-игры, так называемые. Ну вот, например, игра. Вот, игра качается. Вот, к примеру. Вот сюда мы вводим пароль. Если у вас нет учетной записи, пишите, я вам скажу свою. Или зарегистрировали вас. Оно начало качать. Вот оно скачалось. Теперь заходим в пункт Apple iPad. В моем случае у вас, если iPhone, то будет писать iPhone. Если там iPod, то естественно iPod. Так, программы. И сейчас мы можем увидеть нашу скачанную игру. Вот она. Вот галочка не поставлена. Надо посмотреть, где она здесь. Вот она. Теперь мы нажимаем кнопку применить. Вот идет синхронизация. Вот мы сейчас смотрим. Оно скачалось, теперь можем отсоединять устройство при помощи правой клавиши мышки. Нажимаем пункт «Извлечить».
То теперь мы можем вытягивать. Кабель с устройства. И теперь шукаем эту игру. Вот она, эта игра. Нажимаем ее. Вот таким самым сейчас. Вот. Спасибо за внимание, до свидания.